23 марта. Прекрасный солнечный день, снег у нас растаял. Теперь очень много видно, конечно, что творится на земле. Все это, надеюсь, уберется. А вот белочки ищут еду. Теперь я буду знать, куда мне принести орешки. Такое красивое синее небо отражается в воде. Сегодня очень тепло. Я решила прогуляться, насладиться этими солнечными лучами, этим моментом. Долго я не выносила на улицу Мурчика. Да, он у меня на таком поводочке. Решила его тоже порадовать, чтобы он посмотрел, как изменилась жизнь за все эти дни. Бегают букашки, оживают. Это старая акация. Она много всего повидала на своем веку. И у меня есть видео, где она цветет. Я очень рада, что эта акация до сих пор живет. И вообще прекрасно, что жизнь продолжается. Сегодня, здесь и сейчас. Старая акация. Элина Лаутина-Саркисова. Скрипит на обрыве старуха акация, вцепившись за край деревянными пальцами, сухая, кривая, на вид неказистая, но в корне жива и мощна, и неистова. Ей дикие ветры не дарят овации, и птицы нечастые гости акации. Лишь век не скупится с годами репризами на ствол безымянной колечки нанизывать. Всех благодарю за внимание. Жизнь продолжается. Всего доброго!